Хорошо сидеть у костра. А ты что здесь делаешь? Ладно, подписчики, всем привет. А это ролик «Секретки» в мемсе, а точнее «Море мемов». И я записываю со своей командой, правда, мою команду я набрал в своем телеграм-канале. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Подписывайтесь на мой телеграм, там происходит розыгрыш, конкурсы и наборы в ролик. Как вы знаете, YouTube, наверное, заблокирует. Я надеюсь, его не заблокируют. Если вы боитесь потерять связь со мной, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там общаюсь с подписчиками. Всем. Розыгрыш, конкурсы и наборы в ролик. Я забыла, я это говорила или нет. Ну ладно, смотрите дальше ролик, не буду вас задерживать. Я вам показал свой телеграм-канал. А мы сейчас начнем. И это Мелиодас, знакомьтесь. Это Мелиодас, называйте его так. И он новый участник моей команды. Моя команда сама новая, ну ладно. Давай, начинай. Первая секретка у нас находится... Секретка про кубики. Давайте я вам покажу кубики. Первый кубик у нас находится вот здесь. Такой куб, нужно его обязательно зажать. И долго-долго ждать. Ну, прям как долго? 5 секунд. И вам вылетит вот такая картинка. Где картинка? Ладно, еще раз подождем. Ждем. Вот, и челик... смотрит на нас с пистолетом, и мы умираем. Он стреляет в нас. Следующее у нас... Нет, у нас следующий на мистер Бесте. Так, у нас вот здесь вот находится тоже кубик. Его тоже нужно зажать. И вам вызовется баллер. И еще один кубик сейчас я вам покажу. Вот здесь вот вроде. Вот здесь находится еще один кубик. Его зажимать, кстати, я даже не знаю, что показывается, когда его зажимаешь. Просто я его не зажимал. Я этой фигней обычно не страдаю, да, страдаю. Мистер Бист. Окей, следующая штука у нас на флопе. Если прийти вот сюда и написать код Among Us, don't use code Among Us, то есть написать код Among Us, то вам вызовется картинка. Сейчас я ее вам... Enter код. Китайский. Амогус. Все, наконец-то. Амогус появляется на экране. И вот. Вот так вот. Следующее у нас находится... на сент. Здесь где-то находится вот эта штука. И здесь должен быть тоже кодик секретный. Я не помню, что этот код делает. Сейчас я могу спросить своего друга. Что этот код дает? Алло, ты где? Что этот код дает? Подождем, но код у нас Рикастл. Рикролл какой-то от куба. Следующая тема, это у нас в море. Есть секретная локация. Секретная локация, как на
как на рейде. То есть, если мы полетим куда-то далеко-далеко в какую-то правильную сторону, то, возможно, мы увидим секретную... Но если мы полетим в правильную сторону, то мы 100% увидим секретную... секретную локацию на рейде, как на рейде. То есть там можно будет не просто драться с челиками, там можно будет просто посидеть. Следующий человечек у нас Сет Нуб. Грустный нуб. Нужно вот так вот пройти и спросить у него. Hello, что-то там. Hello, что-то там, помоги мне. Я за английском сильно не шарю. Или мне помоги. Есть кот, у него Sad Noob. Сейчас мы его введем. Нуб большой вроде. Sad Noob. $1 нам дали. Полезный кот очень, как вы видите. Следующая секретка у нас находится на Мистер Бесте. Здесь тоже где-то, я не помню, где находится. Вот он. Я не помню, что он спрашивает. Вот вы... English или Spanish? Spanish вроде Испания, да? Я... Чё мне написали? Как ты в дерево попал? Как ты в дерево попал? А, ладно. Следующая у нас Флоппа. Мы идем вот сюда, и здесь есть вешалка. Здесь вы видите такую темную штуку, вы туда идете. Здесь флопы, вы поворачиваете, здесь можно купить вешалку за 25 тысяч денег. Здесь есть лесенка, которая ведет никуда. Вот так вот. Следующая тема у нас на Моай. Вот где-то здесь находится вот эта гора. И здесь вставлять голову Нубу. Сейчас скажу для чего. Мы переходим на Флоппа Исфунд. И здесь есть вот так рейд-боссы, спавнет повар и что-то там. И сколько лет серверу, как бы. Сколько минут серверу или часов. Мембист, рейд-босс. Он появляется где-то рандомно в море. За сколько-то? Через 30 минут вроде. Через 30 минут он появляется в море. Дальше, Evil Noob. Это нуб, который я говорил голову вставлять. Эта голова выбивается из Моаи босса. Вы выбиваете, вставляете туда, куда я вам показал. И у вас нуб. Гигант Памкин. Нужно убивать челиков и должен выпустить огненный орб, то есть флейм орб. И вы сможете его вставить и заспавнить. Лорд Сус, самый сильный босс, как по мне. Получается, нужно убивать челиков Сусов красных, чтобы получить орб и вставить. Спавнит повар. Здесь появляется табличка и написано, где появился фрукт. Ну, способность. А еще у нас здесь есть шлепка маленькая. И здесь собачка маленькая. Дальше. Здесь вроде что-то есть. Нет, здесь ничего нет. Ладно, подписчики. Вроде бы у нас все закончилось, а вроде и нет. Я пойду пока что зажарю этого чела. Зажарю его, а вы... досматривайте ролик до конца, и всем пока, до скорых встреч, пока-пока.